Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stream 2010 год. Белый цвет, бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 140 лошадиных сил. КПП, передний привод. Оригинальные литые диски, хорошая летняя резина, пробег 119 тысяч километров, аукционный балл 4. Имеются хромированные вставки, утрители в зеркалах. По салону у нас ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, дополнительные колонки, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, мультируль, подрулевые лепестки, электрорегулировка зеркал. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 187, 86, 99, 118. 106, 115, 95, 95, 89, 110.